Это новый многофункциональный общественный центр в оздоровительном комплексе, который принадлежит крупнейшему в России нефтехимическому холдингу. Холл задуман как интерактивный музей с электронной начинкой. Здесь можно проводить мероприятия, начиная от детских кружков и танцевальных вечеров, заканчивая конференциями международного уровня. Все это в постоянном доступе для отдыхающих сотрудников предприятия. В межсезонье кампус должен стать одним из центров притяжения, а летом – местом, где можно переждать полуденную жару. Должно быть место на юге, где человек приходит в комфортные условия, где соответствующая комфортная температура, тихо, спокойно почитать книгу и в прохладном таком хорошем месте, и действительно получить удовольствие и отдохнуть. Первые посетители отмечают, что шефы не поскупились на качественные материалы. Каких-либо сумм в компании не называют, однако подчеркивают основательность подхода. Старый лагерь, доставшийся по наследству, решили полностью снести и построить ультрасовременный оздоровительный комплекс, где ежегодно отдыхают более 3000 взрослых и порядка 1600 детей. Выглядит эффектно, но совершенно безопасно. Благодаря таким научным фокусам, а также кружкам и образовательным программам, у ребят пробуждают интерес к точным наукам, профориентация. В целом же, если судить по инфраструктуре, немалые инвестиции в Анапское побережье, по сути, вложение в производственный процесс. Да, качество отдыха влияет на производительность. Это невозможно отрицать. Здесь отдыхается замечательно. Поскольку география и большая часть наших площадок производственных находится в Сибири, конечно, южный воздух, тот климат, который есть у Краснодарского края, Черноморское побережье, это замечательное место, где можно поправить здоровье. В администрации города-курорта говорят о большом вкладе предприятия в развитие санаторно-курортного комплекса. Называют корпоративный оздоровительный центр одним из лучших на Анапском побережье. В этом году предприятие вошло в пятерку лидеров по безопасности среди санаторно-курортных комплексов города. А в минувшем году пляж предприятия был признан лучшим в Анапе. В планах продолжить его модернизацию. Планируем провести реконструкцию пляжа, изготовить малые архитектурные формы, которые покроют всю территорию пляжа, которая выделена нам муниципалитетом. Мы разрабатываем концепцию и в ближайшее время будем выходить на город с предложением, чтобы показать городу, что мы не стоим на месте, а двигаемся вперед и готовы развивать городскую площадку. По словам руководителя предприятия, заботясь о своих сотрудниках, здесь автоматически поднимут планку качества отдыха для всего Анапского побережья.